В округе состоялся ежегодный турнир по хоккею с мячом памяти люберецкого спортсмена, ветерана группы А Юрия Новикова. На матче, который провели на ледовой арене «Зенит», работала съемочная группа нашего телеканала. В турнире приняли участие команды из Люберец и Королева. Вместе с хоккеистами на матче присутствовали родственники и сослуживцы Юрия Новикова, ветераны спецподразделения «Альфа». В группу А 7-го управления КГБ СССР Юрий Иванович был зачислен в 1982 году. Нам предоставило в свое время замечательное время, когда мы служили вместе в этом замечательном подразделении по борьбе с терроризмом. Юрий Иванович был замечательным спортсменом и отличным спецназовцем. Сегодняшний турнир – это продолжение памяти. Для нас самое главное – чтить и уважать своих боевых друзей и товарищей. Жизнь Юрия Новикова оборвалась в конце ноября 2019-го во время матча, который проходил в Купавне в рамках чемпионата Московской области по хоккею с мячом. В тот день, как и 3 десятилетия назад, многие из участников сегодняшней встречи были с ним в одной команде. Ну, мы с Юрием Ивановичем знакомы очень давно, еще, можно сказать, с юношеских лет, когда он выступал еще за «Спартак Некрасовка» по футболу, по хоккею. На протяжении многих лет мы играли за команду «Урожай» Томилина. Были неоднократными призерами Московской области, чемпионами Московской области, обладали Кубком Московской области. Юрий Иванович был преданным, как говорится, незаменимым. В любое время ему можно было позвонить и знать, что эта единица всегда будет в строю. И на стадионе, и в жизни Юрий Новиков делился опытом и знаниями с молодежью. Поэтому турнир, который традиционно проводят на ледовой арене в Томилине, объединил и несколько поколений. Даниил Гридасов увлекается футболом и хоккеем. Сегодня воспитаннику клуба «Урожай» выпала миссия быть арбитром. Сегодня товарищеский матч, первый для меня. Судейства строгого не будет, потому что все-таки и ветераны, и молодые. Поэтому будут более лояльно как-то относиться. И очень хорошо, что такие турниры проводят в память наших героев. И молодежь может принять опыт у старшего поколения, чему-то научиться у более взрослых, опытных хоккеистов. По результатам турнира третье место занял металлист из Наукограда Королева. Серебряным призером стала команда ветеранов хоккея из городского округа Люберцы. А звание чемпиона завоевал томилинский «Урожай». Богдан Колесников, Петр Пономаренко, телеканал ЛТВ.